17 мая 1744 года по старому стилю издан указ отстранить приказчиков Акинфия Демидова от управления рудниками и заводами на Алтае. Их начальником стал Андреас Бэр. Он переоборудовал Барнаульский и Колыванский заводы на выплавку серебра, произвел анализ руд Змеиногорского рудника. В мае 1911 года в Барнауле вспыхнул пожар. Огонь прошел от дома господина Митюнина, который жил на Павловской, ныне улице Анатолия. Ветер перенес пламя на соседние постройки. Сгорел весь квартал за исключением одного дома. В мае 1914 года газета «Жизнь Алтая» пишет: «Вследствие высокого подъема воды в Оби, проезд в Барнауле затруднителен. Едут с продуктами на лодках лишь крестьяне прибрежных деревень. Базарная площадь совершенно пустует».